Тут все в порядке. Пока подготавливаются будущие исследовательские миссии, ученые сосредоточились на том, как обнаружить следы жизни на далекой планете. Существа производят газы и заметный запах. Эти газы мы будем искать при помощи спектрометров высокого разрешения. Мы проанализируем свет, отражающийся от планеты земного типа, чтобы выяснить химический состав ее атмосферы. Обнаружение планет – конек Джоффа Маркси, астронома из университета Беркли. Он и его коллега Пол Батлер открыли больше экзопланет, чем кто-либо еще. Не совать тебя, да? Чем дальше планета от родительской звезды, тем она холоднее. Существует так называемая зона златовласка, обитаемая зона, где температура – то, что надо. Или, если точнее, достаточно теплая, чтобы вода сохраняла жидкую форму. Без жидкой воды не появится жизнь. Когда при взгляде на другую планету интересуются, есть ли там жизнь, я спрашиваю, а сможет ли там быть жидкая вода? Да, уже интересно. Нет, не интересно. В общем, покажите мне воду.